данное время в Нюрнбергской ЦРБ ведется служебное расследование, результаты которого будут ясны в течение 3 дней. Сегодня Владимир Наумов написал заявление на очередной отпуск с последующим увольнением. Вступил в программу «Земский доктор», то есть ему был выделен 1 миллион рублей с условием отработать 5 лет. Но он отработал 1,5 года. То есть ему придется возмещать вот эту выплаченную сумму по назначению.